Приветствую вас, друзья! Наша рубрика «Мой любимый инструмент». И сегодня речь пойдет о крючках под смену и насадку. Это не совсем обычные инструменты. Эти инструменты, в отличие от классических, имеют диаметр прутка 10 мм. Поэтому они более эффективно проникают в труднодоступные места. И не нужно либо рассверливать отверстие, либо использовать отверстие большого диаметра. Можно использовать отверстие 10 мм. Вот, эти крючки, как и все остальные, можно приобрести как поштучно, так и сетом на нашем сайте. Описание крючочков, как всегда, в видео вот здесь можете увидеть и в описании. Вот. Разные вариации загибов. Вот такой вот вариант мотоциклетного загиба. Ну, он хорош и для работы на передних крыльях. Вот. Поэтому рекомендую эти крючки. Они будут востребованы в вашем наборе. Всего доброго!